На льду олимпийские чемпионы Турина, двукратные чемпионы мира Татьяна Навка, Роман Костомаров. Татьяна – победительница проекта «Звезды на льду». Роман – победитель проекта «Ледниковый период». Несмотря на то, что, конечно, уже появляются новые чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы, я уверен, что именно пара Татьяны Навки и Роман Костомаров – сильнейшая пара последнего десятилетия. И каждым своим выступлением, будь то на ледовом шоу, будь то в телевизионном проекте, они доказывают это.